Дело много. Приехали, а там олень с олененками. И пирожки. Опа. А мы рядом с ними будем жить. Я хочу с ними жить. Они такие хорошие. Смотрят на нас. Да. Папа, шли к ним. Они испугаются. Как я только дверь открою сейчас, они сразу драпанут. Папа, открой дверь. Там, напротив оленей. Все, Макс, приехали на кемп наконец-то, да? Ты хотел на кемп, вот мы приехали. Исполняются все твои желания. Скатерку надо было взять, кстати. Одно, что с нас не будет. Я бы одежду забыла. Будем костер жечь, да? Посуду на раз надо было взять. Да, один дров много, конечно. Вот так вот мы расположились. У нас очень крутая палатка. Она собирается вообще просто вот эти штуки поднимаются вот так вот. Чик-чик. И вот здесь вот так вот. Чик и все. И ставится, и все, палатка готова. Вообще очень классно. Все. А футболку? Куча вещей, как обычно. Ай. Тима, как обычно, жрет чипсы. Ты сказал, что высыпался. В общем, мы расположились. Приготовили покушать. Телефон я оставил в машине. Хот-доги перекусили на костре. Ну, завтра все покажем, если не страшно. Вот, и приехали под вечер покататься на каяке. Я все делаю один. Никто мне не помогает. Кто будет помогать? Я, что ли, с Илюшей? Сегодня штиль. Леша, за пять будет повторение, стой. Покатались на каяке чуть-чуть. На закате, можно так сказать, красиво. Вода очень спокойная. Тишь да гладь. Прямо рядом, да? Впервые так близко оленя вижу. Да? Маленький еще, да? Смотри. Да. Оп, и слагался что-то. Нормально вообще, да, так близко. Аккуратно, тут там еще есть. Там сзади трое, здесь трое. Смотрит. Ну, поехали. Вот, видишь, на природе. Ну что, Макс, как тебе кемп? Нормально, да. Понравился? Да. Как вам ночь без кондиционера? Ребята. Что, промокло? Папа. Вообще, они все, короче, это... Папа. Ну так, а кто туда кладет? Папа. Они все. Папа, я хочу на гамаке. Да, вот разожгли костер, сейчас сделаем завтрак на костре. Мама, я все, умерли. Полпачки. Вот дай ему это. Дай мне, мам. Черный хлеб получается, да? Да. Смотри, реально, да? Илюх, как тебе? Классно, это мы купили в этом магазине дешевом. Да? Не-не, да? Не залазь, не залазь. Залезь. Но, он будет бежать. Я не смогу. Как дела? Доброе утро. Выспался на природе? Макс, давайте кто-то сыра положу, давай. Ну, наверное. Илюша, вместо того, чтобы спать, ночью, да? Та-та-та. Та-та-та. Лежит, мне тут рассказывает.
Так. Это вторая ночь в палатке. Вчера ночью прекрасно спал. Мы тоже усыпляли с трудом. Его часа полтора усыпляли его. Но в итоге он уснул и спал прекрасно. А сейчас вот уже почти... Ну, уже 9 часов. Но еще нету 9 ровно. Будет усыпляться. Посмотрим, сколько. Илюша? Илюша? Привет. Привет. Слышишь, разговаривает Паш? Как вам идея жить в лесу, путешествовать по лесам? Такой прекрасный кемпинг здесь. Можно здесь жечь костер, большая, огромная полянка. На, Илюха. Привет, скажи привет. Say hi. В Америке очень много лесных пешеходных троп по всей Америке пронизаны. И через разные природные места очень интересно, можно очень долго по ним ходить. Они в разных направлениях и в разных штатах. Вот через этот парк, который проходит, который недалеко от нашего дома, 17 минут, проходит Palmetto Trail. Она идет с гор Северной Каролины и до океана. Это индейцы Чироки про ней ходили. Она где-то 450 миль, это где-то 800 километров. Собираем вещи. Сейчас. Сейчас остальные вещи все принесем. Иду. Да, жара. Тяжелая работа. В жару тащить вещи далеко. Конечно, туда заезда нет. Вот еще этот встал. Уже был сюда подъехать. Тренажер был встал. Не буду перегораживать его. Примитив кемпинг Тенсайт онли. Машина рейнджера. Стейт парк сервис. Старенький Ford F-150. Да, тут интересная вообще на самом деле такая ситуация. Этот кемпсайт. Тут 6 мест. И вот с боков. Посередине такая большая площадка. Очень удобно можно делать кемп на большую компанию. А зачем ты везешь коляску? Ну что, вещи положить? Да? Да. На нее много вещей влезает. Тут есть общие костровища. Расстояние между палаточными местами достаточно большое. Единственное, только вот это вот близко расположено. А так следующее, он уж как далеко идет. И вот он только вон там подальше еще. Здесь. И вот здесь. Общее костровище. Лошадки гуляют. Тут рядом находится этот еще загон для лошадей. Там вот. Мне эти уронили игрушку. Ой. Которую Макс грызет. Точнее, Илюша грызет. Все, почти уже все собрали. Осталось совсем чуть-чуть. Много у нас вещей, большая семья. Илюша здесь спит. Пока мы собираем вещи. Он отсыпается.
Кстати, расположение кемпсайтов, мест палаточных, оно достаточно широкое. Достаточно много места между ними. Но единственное, только вот это вот. Брат несет брата. Выспался, Илюшка? Сколько он поспал? Ну, 30? Ну, больше. Люха! Люха! Короче, вернулись мы с кемпинга. До сих пор не постирали вещи. Надо все это перемыть, разобрать. Это все перестирать. А папа у нас сегодня готовит завтрак в воскресенье. Сейчас мы быстренько позавтракаем. Мама сварит обед. И поедем в церковь на собрание. Папа, вообще 3 дня готовы. А дети, как обычно, чилят.